Київська Марія, щоб вірою твердилась матушка Росія, навіки осіяла ти звіздой присвітлой, славу себе снискала, вірой беззаветной. Земля наша святая, во скорбе крепися, и в православной вере отче утвердися. Вечная память всем тем, кто из-за этой трагедии покинул нас. И дай Бог вам благополучия и здоровья. Ведь после этой трагедии, вы знаете, она нас не научила ничему. И в три раза увеличилось количество жертв в Беслане. И в основном это были дети. Я расскажу о сегодняшней встрече на своей родине в Донбассе. Завтра я вылетаю туда, и в Луганск, и в Донецк, и расскажу, как мы, соотечественники, помним всех тех, кто в результате необъявленной войны покинул нас. Спасибо. Александр Ильич.